Международное общество любителей кошек, FIVE, приняло решение ввести санкции против животных, выведенных в России или принадлежащих российским гражданам. В организации заявили, что это реакция на происходящее. FIVE заявили, что со 2 марта ни одна кошка, выведенная в России, не может быть импортирована и зарегистрирована в любой родословной книге FIVE за пределами РФ, вне зависимости от того, какая организация выпустила ее родословную. Помимо этого, ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может принимать участие в любой выставке FIVE за пределами России, вне зависимости от того, в какой организации состоят эти экспоненты. В организации добавили, что санкции введены до 31 мая, но могут быть пересмотрены в случае необходимости. Стоит отметить, что решение FIVE сразу же стало вирусным на китайской платформе социальных сетей Zina Weibo.